Полное описание и точная дата выхода 11 и 12 серии нового сериала «Любовь преодолеет все». 11 и 12 серии сериала выйдут на «Россия-1» 18 апреля. В финальных сериях мы увидим, как биологический отец продолжает общаться с Сашей, предлагает ему дорогие подарки. Таня просит сына не верить ему. Она уверяет, что за внешним обликом его отца скрывается монстр. Потапова задерживают по липовому обвинению. Ему подбрасывают наркотики. От Потапова требуют флешку с компроматом на Леоновых. Саша приходит в ресторан, где работает Даша, и пытается с ней помириться. Армен знакомит маму с Любой. Таня открывает Потапову свою крайне опасную тайну, которую она, как тяжелый груз, хранила 19 лет. Таня и Потапов сближаются, но неожиданно к Ивану приезжает его жена. Финальные серии сериала выйдут в эфир 18 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.